Сегодня отмечается день телевидения, и мы решили отправиться на улицу и поспрашивать кировчан, кто же из телеведущих их бесит больше всего, поскольку мы часто читаем комментарии в разных пабликах, насколько неприятные личности этот Вагин, этот парень в шляпе, это ржущая Стяжкина и так далее, и так далее. Поэтому нам бы хотелось, наконец, выяснить, кто же из нас самый бесячий. Кто вас из телеведущих бесит больше всего? Да не все классные там ребята на Первом городском, поэтому я не думаю, что там есть. Кто меньше нравится? Да, блин, нет. Ксения Кишова, наверное, может, бесит? Нет, Ксения, это нормально. Есть еще на Первом городском такой неприятный парень в шляпе. А вам он тоже не нравится? Вообще бесит. Для галочки, да. Бесит. Бесит. Малахов. Малахов бесит. Бесит. А из кировских? А из кировских никто. Вы знаете, по-моему, никакой. Все очень хорошие. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Работайте дальше. Что ты будешь делать? Ты бесит кировское телевидение? Ну, иногда. Классно. Кто из ведущих бесит больше всего? Место происшествия Михаил Вагин. Нет, он мне очень нравится. Он мне помог тут недавно. Парень в шляпе неприятный. Почему неприятный? Да очень приятный. Некрасивый. Нет, симпатичный. В общем, ладно, у меня намечается вечер, Ваня, пока. В общем, выяснилось, что кировчане очень вежливые люди, и в лицо сказать о том, что их бесит, например, парень в шляпе, в лицо сказать не могут. Поэтому сейчас мы поменяемся ролями с оператором Иваном, и Иван будет задавать вопрос, кто из следующих бесит, а я буду снимать, ну, чтобы не палиться. Готов? Готов. Здравствуйте. Извините, можно на секундочку вас отвлечь? А что? А давайте я поддержу, чтобы вам тяжело не было. Кто вас бесит больше всего из телеведущих? Телевид, вот он. Бесит? Да. Кировские? Вот, ваша передача мне нравится. И все ребята нравятся, которые... Это на Вятке Тудей, да? Да. Не бесит? Особенно парень в шляпе. Не бесит, да? Нет. И особенно нравится передача, где это ведут, ходят все эти... Ну, где всякие ошибки, там вот лужа воды, да все это ходит. Очень люблю. Бабушка Клуба канала. Первый городской канал. Первый городской. Первый городской, я вот вижу кавалера. А вижу вот этого кавалера. Мне очень нравится, когда вы выступаете. Вот вы знаете, мы пытаемся сейчас узнать, бесим ли мы людей, но что-то мы не бесим никого. А что нас бесит там? Ну, тогда давайте обнимашки. Давайте. Мы снимали почти час и не вырезали ни одного негативного комментария. Так что выяснилось, что нас почему-то все любят. Но так же не может быть. Поэтому, дорогие телезрители и те, кто смотрит нас на ютубе, пожалуйста, напишите же в комментариях, кто вас бесит больше всего. Рейтинг мы составим и подведем итоги где-нибудь завтра.